Чистой водой будут обеспечены жители сел Ешалта и Ульяновская Ешалтинского района. Строительство объектов водоснабжения находится на стадии завершения, сообщает пресс-служба Министерства ЖКХ и энергетики Калмыкии. Министр Виктория Мангутова во время рабочей поездки в Ешалтинский район проинспектировала мероприятия, которые реализуются по федеральному проекту «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда». После завершения строительства чистой водой будут обеспечены более 6500 жителей сел Ешалта и Ульяновская. Подрядчики рассказали, что в эти дни проходят пусконаладочные работы, и сейчас объект почти готов к запуску. О планах по реализации федерального проекта министры вместе с руководством района говорили в селах Красномихайловское и Соленое. Там были осмотрены накопительные пруды, которые обеспечивают жителей этих сел водой и другие объекты водоснабжения. А в селе Эсталтай на площадке с башнями Рожновского принято решение о замене аварийного накопителя.